Движение, ритмика, традиции. Танцы ставили, восстанавливая их историю буквально по крупицам. Записывали со слов старшего поколения, потом воплощали в виде постановки. Например, для того, чтобы родился этот кумандинский танец, ансамбль совершил не одну экспедицию по деревням нашего региона. Уже третий год подряд исполнители посредством танцев и песен рассказывают о культуре народов Алтая. На этот раз, чтобы удивить зрителя, пришлось подтянуть языковые знания. Выучить немецкий, грузинский, украинский и даже чувашский. Главная тема осталась неизменна. Именно о любви к своей земле. Она будет рассказывать о том, что земля – это живое существо. И неважно, является она плодородной почвой или просто каким-то, я не знаю, тем местом, на котором ты живешь. Она живое, она любит нас, и мы любим ее. В этом году, несмотря на эпидобстановку в регионе, концерт все же решили провести в очном формате. Правда, зрителям предстоит уже привычный шахматный порядок рассадки и обязательно маска. Без нее разрешено находиться только артистам. Кстати, на сцене выступят не только местные таланты, но и столичные. В частности, патриотический номер представит заслуженный артист России Андрей Мерзликин. Премьера пройдет 4 ноября в День народного единства в концертном зале «Сибирь». Мария Микшута, Дмитрий Денисов. День с толком.